Ну, прежде всего, хотел бы поблагодарить тех болельщиков немногочисленных, которые приехали нас поддержать. Очень приятно такой далекий выезд, и приехали поддержать команду. Очень большое, огромное спасибо в такой нелегкий период для нас. А по игре два слова буквально. Ну, 2-2, я думаю, закономерный счет, который сегодня и заслужил обе команды. Первый тайм был скомканный, я думаю, что и со стороны соперника, со стороны нашей. Во втором тайме порадовали зрителей забитыми мячами, вот и все. Вы знаете, мы пытаемся пока сделать, мы пока не сделали еще команду. Тот футбол, который мы сейчас показываем, пока не тот, который хотелось бы нам видеть, который мне хотелось бы видеть, это далеко не тот идеал, который мы хотим. Но надеемся, этот трехнедельный перерыв, который у нас есть, проведем с пользой и более-менее наладим игру. Самое основное, это сейчас сделать, вернее, ту игру поставить, которая у нас была перед этим, которую мы делали на сборах. Может быть, хотелось бы, конечно, чтобы еще появились несколько исполнителей хороших у нас в команде.